Итак, наступил тот день, который будет вам, наверное, интересен, полезен. Привет. Привет. Вот нас экипировали. Ну почему ты не опускаешься вниз? Давай я возьму камеру. Подожди, о. Вот нас вот в такой одели, кроме куртки. Нет, помимо этого, в общем, вы нас увидите в полной экипировке. Это бандана, специальная накидка, куча всего. В общем, мы сейчас выдвигаемся вниз, грузимся в автобусы и едем сажать 20 тысяч хвойных саженцев. А пока мы едем, посчитайте, у нас едет 72 человека, сажайте 20 тысяч елечек. И, пожалуйста, в комментариях напишите, сколько получается на человека посадить саженцев. Сколько сегодня Димки лопатой махает? Да. Или мне? Нам достанется больше всех, потому что мы вдвоем. По идее-то, да? Семейный контракт надо отрабатывать. Да, да, вдвойне. Вот там что, сапоги. Надеюсь, видно, нет? Да. Специально компания сделала большого размера брендированные сумки. Обычно наши сумки меньше. Ну, текущие, допустим, я с продуктами хожу. А здесь, смотрите, огромные сапоги, куча всего. Блин, а знаешь что? Я посажу дерево в тайге. Блин, так душа греет. Все, сейчас мы спускаемся, мы будем идти большой делегацией по городу к автобусам. Ну и все это, конечно, мы вам это покажем. Сейчас все, спускаемся. Все события происходят в стремительном темпе, мы уже в автобусе. Не успеваю снимать, хотел заснять внешний ракурс. Говорят, заходи, скоро поедем. Грузимся и едем. Один автобус уже погружен, сейчас ты... Вот с той стороны грязная кожа, а тут вот почище. Я вам тут показываю, потом природу буду. Ждем остальных и выезжаем. Юля настраивает технику, когда врач-психиатр сначала ведет тебе лекцию про продукт, а потом выступает в роли гида-экскурсовода по городу. Спишь, что ли? Ну, мы ждем, что говорит. Ну что, меня слышно, да? Ух ты, как классно меня слышно. Я прям сам кайфую. В общем, пока настраиваются, отключаюсь. Сейчас будут интересные факты про Новосибирск. Посмотрим вместе. Они обычно такие высокие и лысые, то есть у них только макушка содержит того хвою. Ну, вот, про какой вид сосны вы говорите? Вот которая сибирская сосна или кедровая, она вся пушистая такая, с шишками. Вот. Он еще бежит. Сосновая сосна. Как же, в конце уже офигительные истории про кедры. Идеальный такой сторителлинг для дороги утренней. Ну, давай. Да, ну, сейчас мы приедем, поедем на север, выйдем за город. И многие, на самом деле, приезжая в Новосибирск, ждут какой-то офигительной природы. То есть, вот, это же Сибирь, это вот, я там на картинках видел, у вас там медведи, там елки. На самом деле Новосибирск расположен, так скажем, в степной зоне Сибири. То есть у нас тут равнина, рядом Казахстан, буквально часов 5-6 отсюда езды. Все, мы пересекаем Казахстан, рядом Монголия, то есть у нас тут несколько границ и Китай. Три государства с нами граничат на юге. И самые леса, самая тайга, она начинается значительно севернее, в сторону Томска, если мы поедем. Вот там, да, там прям огромный заповедник, красивый. Если поехать на юго-восток, то мы поедем в сторону гор, в сторону горного Алтая,
даже, то есть, ну, там очень большой горный массив начинается, который, по сути, ну, вот отделяет территориально. Итак, надеюсь, нас будет слышно. Мы приехали. Вот, показываем. Вон раз автобус, два. А приехали мы населенный пункт под названием Колывань. Здесь начинаются леса. А для местных и не местных, кто хочет посмотреть более точно, где мы сажаем, поселок Колывань, улица Партизанская. А где улица наша? Папка знает места, где улицы смотреть. Вот это вот, Оля. Покажи, какие мы красивые. 20 тысяч деревьев. Я не соглашался на такую каторгу. Ты думал, ты сейчас приедешь, да? Демонстративно для ютубчика одно дерево посадишь? Ну да, ну хотя бы два. Ну хотя бы два, символичных. А тут, блин, 20 тысяч. Круче, чем картоха. Ну иди вот туда с камерой, прогуляйся по полям. А, кстати, сейчас я покажу. А видно, видно, я сейчас это, бандану мы сейчас оденем от клещей. Специально бандану раздают, чтобы клещей и клещи боялись. Клещи обработанные бандана. И мы пойдем, вам покажем поле. Так, и вот теперь я вам сейчас покажу более подробно масштаб бедствия. Земли. Придется нам сегодня садить. Вон сколько у нас синеньких. Подождите немножко, надо всех собрать, наверное, сначала, как бы, и объяснить, конечно. Тут не надо, вот, видите, у этих вот, смотрите, заглублять не надо, и вот так не надо. Идите, корневая слушайте, шейка, вот садить. Она, ага. По корневую шейку делайте, нулевой называется уровень. Хорошо. Все, вы вот так вот опускаете, держите вот так вот, вот она, корневая шейка, придерживаете, чуть-чуть сейчас повыше, вот так, чик, и все. Все понятно. И дальше вот так вот. На метр, 70 сантиметров. Да. Давайте еще раз. И сейчас вы будете. А да, водичка? Туда корешки, чтоб туда. Все. А водичка? Корневая шейка, вот она, видите? Не заблюдаю. Вот уже пройдет. Может, вам громко говорить или дать? Да, не, не было надо, бы хорошо. А давайте я попробую. У меня в ППС давайте есть. Давайте я попробую тебя. Давайте я попробую. Поблагодарим, что у нас так гостеприимно, заметьте, другие отказались. Сказали, вас так много? Я говорю, так же хорошо. Он говорит, сильно шумно. Я говорю, не, они хорошие. Так что поэтому Владимир Геннадьевич опять меня. Говорит, как ты будешь ними управляться? Я говорю, ничего, как-нибудь управимся. Две Ларисы сообразим, как сделать. Так, затем у нас представь, Владимир Геннадьевич, давайте так, чтобы я что-то не напутала, говорите помощников нас. Александр. Юрий Ильич, так как вот постарше. Так. Максим. Владимир Михайлович, запомнили? Нет. Быстро, Саша, Юра, Вова. Макс, Вова. То есть наши не заботы. Если какие-то будут вопросы, они будут за вами, собственно говоря, ну не то что наблюдать, но во всяком случае стараться помогать вам и если да, объяснять и так далее. Так, прям это Ларис, тебе слово, давай, в общем-то, еще, а потом будет инструктаж маленький и потом фотография. Дорогие друзья, я рада, что сегодня собрались партнеры нашей компании. Скажу, из 33 городов России, можете представить, какая огромная география получается. В этом году, в честь 23-й нашей компании, мы садим 20 гектаров лесом в 10 странах и в 11 городах России. Ура! Молодцы! Ура! Молодцы! Давайте повторим, да, потому что география у нас огромная. В этом году мы садим 25 гектаров леса, даже получилось больше, чем 25, на 25 тысяч деревьев, потому что энтузиазм был зашкаливал. Садим в 10 городах, уже отсадились, получается, а самая первая Беларусь, Молдова, Кыргызстан, Узбекистан, Казахстан под проливным дождем садил лес, получается. Так, кто, кого еще пропустила? Татарстан. Таджикистан, да. И Россия. Сегодня начинают свои глобальные посадки. И кроме этого, у нас еще будет 11 городов России, в которых будет отдельно, кроме нас. Также еще будет централизованная посадка от компании в городе Горно-Алтайске 22 мая. Если кого-то будет запал еще поучаствовать в следующие выходные, да, то приглашаем регистрироваться на сайте компании и участвуем в этой акции. Я надеюсь, что сегодня мы с вами посадим лес, который будет расти многие-многие годы. Ну что, в честь 25-летия компании 20 гектаров леса в 10 странах в 11 городах России. Ура!
ходить, может быть, каждый не берется. Я лично не берусь, потому что знаю, какой это труд. Поэтому вам огромное спасибо. Одновременно сегодня будут посадки, еще после обеда приедут, люди будут садить. Завтра еще посадки в Искитимском районе и здесь тоже на Колыванской земле. И в Купинском районе еще 5 гектаров будут садить. Южный лесной полис тоже очень интересная программа. И 16 воскресенья у нас тоже посадки в Искитим, если захотите, присоединяйтесь. Вы понимаете, какое большое дело? И 7-8 мая мы тоже садили волонтерские посадки. Молодцы мы! Молодцы! Теперь смотрите, как, что нас ждет. В общем, туалет, я так поняла, быстренько уже все узнали. Да. Один здесь, один вот там. Там. Да. Там лесочки еще один. Еще лесочки там, ну, чтобы не бегать, понимаете. Время не тратить, оно дорого у нас. Кто-то там, кто-то сюда. Зона обеденная здесь. Все, вас вкусная каша ожидает в час дня. Обед. То есть обед будет, да, как всегда, красиво. И да, хороший вот вкусный чай будет. Это вот по регламенту. Садим мы до 16 часов. Не управитесь, будете до 17 часов. Садец, видите, садец здесь некому. У лесоводов пожар, это вам не очень. Поэтому вся надежда на вас. Самое главное, ваш лес будет очень бережно охраняться вот этими жителями. Здесь земля лесного фонда. Просто понятно, что мы еще делаем задачу. И, Леш, понимаете, какой сад высадим еще и для людей. То есть будет надежда, что здесь потом будет полноценный хвойный лес. И грибы, ягоды жителям будут обеспечены. Это уже хорошее дело, да? Садить будем по той же технологии, как и прошлый год. Покажите, нет, меч Колесова, я рукой не могу поднимать. Для тех, кто в прошлом году не был, этому оборудованию более 100 лет, 1883 году, замечательным техникумом лесного Александром Александровичем Колесовым был придуман, ничего лучше на сегодняшний день не придумано. Многими методами 5 лет разрабатывался данный инструмент. И пришли к единому такому хорошему знаменателю. 5 килограммов вес, 50-30-40 в зависимости от глубины идет. Ну, это по стандарту. У нас по глубина. Стандарту здесь она идет, вот выпуклая лопата должна идти, потому что корень, когда заходит в глубину, от этого зависит технология. То есть в обязательном порядке соблюдайте, говорите, делайте так, как вам объяснят инструкторы на местах. Корень, когда садится, достаньте один саженец. Я еще быстро просто расскажу, чем сюда. Когда будет вот там глубина, вы когда будете в глубину, у нас что делает? Любое растение, когда что делает? Корни поднимаются вверх. Поэтому обязательно еще объяснят, чтобы соблюдали, точка роста пошла нормально. Там назад вытаскивайте из дырочки, корни распрямляются. И потом есть третья технология укола, покажут вам лесоводы. Мы, самое главное, лесовод подойдет, если будет вытаскиваться, заново идете с первого ряда, будете переделывать. Все понятно? Что придавлено. А теперь, да, держите, теперь смотрим, быстренько распределяемся на... Не знаю, будет сильно, наверное, задувать ветер, я сейчас прикрою микрофоны лишние. Итак, начало посадки у нас. А для себя и, наверное, для подписчиков я сразу отмечу ориентир, где будет наша стайная полоса. Давай покажу. Уйди. Так. Так фотографируйте. Где? А вон красная крыша домика. Не, вот. Где? Ориентир будет гараж этого дома. Сейчас увеличение попробую. Нет, нет, где увеличение? Ну, вот видите, наверное, да, вот белый гаражик с коричневыми воротами. И наша межа, или как правильно называется? Межа, наверное. Вот. Она будет как раз проходить между большой березой, там, одинокой, и краем посадки березовой. Вот это наша самая-самая длинная межа. Мы не выбирали, нам-то осталась такая. Вот елки. Все видели, как правильно сажать. Ничего никто не видел. Ну, я посмотрел два раза. Сейчас начнем процесс. Вот у нас это Сызрань, Мордовия. Ползут. Thank you.
как можем боремся с ветром. Надеюсь, нас будет слышно. У нас небольшой тайм-аут. Давай покажу я, сколько мы посадили. Там, по-моему, двигайся. Мы потом в конце посадки посчитаем. А вот наша межа. Вот. Татьяна Павловна честно признается, сколько мы посадили. Надо посчитать, я не знаю, сколько сейчас, я их не считаю. Ну потом признается. Да, признаюсь потом. Я вот еще признаюсь, что у меня муж перчатки вот они все такие. Состояние привел. Вообще сажать деревья оказывается классно. А нас поснимали для ролика для компании. Ну, контент, он в Африке контент. И ощущение именно... Ну, знаешь, вот ты делаешь что-то такое вот большое, классное, доброе для всех, не для себя. Ты же не дома, когда дерево сажаешь, вот эти ощущения, поэтому... Вот смотри, нас тут дядька вот фотографирует с желтым фотоаппаратом. Бэкстейдж YouTube. Вот, наверху там вот тоже кто-то сидит за рулем, снимает. В общем, это классно, вкусно и полезно. Только не ешь. Нет, не съем, но может быть одну. Можно еще раз так вот себе... И на меня взгляд. Так, я же не показал, сколько там еще осталось. В общем, вот тут стоит халявщик, он мне говорит. Мы же до 4 часов сажаем и перекур на обед. Кстати, покажи, вон там дымится полевая кухня, нас будут кормить. Ну, навряд ли будет видно, но постараемся приблизить потом. Не суть, но в общем, вот такая именно. Короче, где автобусы стоят, там у нас полевая кухня. В общем, что говорит Дима? Это смех и грех, ребят. Вот, говорит, там конец. Ты, говорит, тихонько сажай. Вот медленно. Да. Не торопись. Мы до 4 часов это будем сажать. Здесь, по факту, сажение минут на 20. И у меня вот еще полное ведро, а они все вот такие. Тоненькие. Жибленькие. Жибленькие. Любимое киевское слово. Жибленькие. На самом деле, саженцы очень классные. Смотри, они с корнем. Здесь лесничество. То есть специально. Сажаем, причем не абы как. По технологии. Инструктора, да. Все показали, убедились. Все проверили, подергали. Ввалили то, что неправильно. Мы все приняли. И сажаем. Честно, пиздюля. Приняли, да? Да, честно. И сажаем. Единственное, чего, например, я не взяла и жалею, это очки и бальзам для губ. Потому что пыль пересыхает, я их облизываю, мне некомфортно. А так все. Да. Пошли работать. Ну, я боюсь, нам второй межи не миновать. Не миновать. Нам никогда с тобой второго не миновать. Я, может, говорил, не говорил, я надеялся на две сосунки. На две сосенки. Он думал, он сюда, как этот, мажорик приедет. Ага, а этот тут начепурился. Ну, да. Бандан напялил. А тут, блядь, работать надо. Я пытаюсь бутылку с этим запить хочу. Все, сейчас дам ей Татьяне попить, а то она совсем что-то усохла. Ага, какой-то банан с селедкой на завтрак наелся. А, кстати, кто любит банан с селедкой? Поднимите руки. Тут я. А, поставьте один, да, в комментариях. 1-0. Ладно, встретимся попозже. Попозже. Мне Таня сказала, что мы молодец. Татьяна Павловна. Мы успешно справились с заданием. С партией. Но нам предстоит еще, наверное, еще одну полосочку поставить. Сейчас у нас будет АБЭД. АБЭД, я сейчас мало того, что АБЭД, я сейчас пойду считать, сколько мы посадили. Вот, Дим, проведи вот туда-туда. А я как раз параллельно сделаю проводочку всей этой межи, наверное, сделаю как таймлапс, наверное, или замедленную съемку. Надо это для истории все-таки записать. Не знаю, ветер будет задувать, боюсь это. Ну что ж сделаешь с этим? Что, пойдем? Пойдем. Сейчас мы вам в конце скажем. В конце скажем, сколько мы посадили. Ну, говори. 157 деревьев посадили. План на человека 200. Так, что мы сейчас? Какое у нас сейчас действие?
У нас сейчас обед. Обед в полевой кухне. Очень безумно вкусно. Сорян, мы ничего не сняли. Мы наелись как поросята. Там гречка с мяском, все дела. Ребята кушают. В таких вот шатрах, видите, все по делу. Солнышко закрыли. Там чаек, кто на улице есть. Боюсь, сдувает, давай погромче. Да, в общем, мы довольны, сытые. Сейчас перекур. И потом пойдем сажать дальше. А смотри, смотри, вон там пара. Видно? Можешь увеличить? Очень далеко, да? Да, они сказали, будут сажать, пока не посадят. Потом как есть пойдут. Ответственные люди. Да. Не то, что мы. Ну мы ряд. А нам контент снимать, да? Нет, мы с тобой ряд посадили. Да? 157 деревьев воткнули. Да. Воткнули. Можно перекурить? Обед. Вы когда-нибудь видели блогер, который ходит в туалет? Нет, я голосовой записываю. Да? Держи, я не снимал, ничего. Не снимал. Работа-то никуда, пока мы деревья. Мы даже в туалете не можем распрощаться с телефоном. Стесняться пошла. Дверь держи. Как, ногой, другой? Чем хочешь. Вот такой нам систем туалет дыркой сделали. Для нас, для всех. Сейчас и папа туда пойдет, сходит, посмотрит, что там. Интересно или нет. Так, тут прям с двух камер снимаем. Мы нашли свою вторую полосу. Сейчас мы будем сажать уже не сосны, а елочки. Блин, камера, что ты сегодня тупишь? Вот. Сегодня мы вторую полосу сделаем елочками. Опять так же мы сейчас зафиксируем координаты GPS нашу межу. Ориентир. Вот этот домик. Сейчас будем сажать. По такой же технологии, Татьяна Павловна? А? Такая же технология посадки? Поехали. На середине пути включимся опять. Татьяна Павловна сейчас вам расскажет небольшую интересную вещь про эти елочки, откуда они взялись. Везут их откуда-то из специального места, и там еще во льдах все. То есть их привезли, да. Прям в машине встроенный холодильник, это все лежит, обсыпано, не обсыпано льдом, а прям на корнях лед. Я думала, специально обсыпают, оказывается, нет, как вот подкапывают, так да. И везут. И сажать, кстати, можно только вот. Вот так, вот как есть с корешком, так и сажается. То есть нельзя посадить две или три, вот она так, из корневой системы, будет все тупо комплектовать. Вот представьте, на корнях местами еще остался лед. Лед. То есть где это, вот не сказано. Да. Вот, прям, да, вот они, вот они. Вот, вот. Откуда, да? Вот она влажная, уже растаяла, местами лед. Назад. Просто космос какой-то, честно. Продолжаем сажать. Иди вперед. Так, у нас не видно это для истории. Ладно, у нас по очереди. Я, значит, копаю, а по очереди подходим и посаживаем. Да, 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 для видео, да. Цена съемки одна лопата. Вам солнечные Бурятии. Суланутые. Прокомментируйте ситуацию. Почему-то здесь столько много народу. Почему? Приехал самый дорогой человек компании, президент, основатель, идейный вдохновитель и душа наша, Татьяна. Просим, даже обниматься не подошли. Сейчас приду. Мы грязные, потные, вторую линию сажаем. Скажите, а рубинов сделают, что будет вообще? Вот, давайте. Ну что, как вам Сибирь? Огонь. А шикарно вообще. Так город пыльный, а так все хорошо. Нормально. Нам очень сильно всем прям повезло. Из погоды. Вообще, завтра произведено, это боже мой. Производство новый цех. Вы его открывать будете? Да. Татьяна, ну воспользуйтесь тогда служебным положением. Она хочет увидеть новый хроматограф. Как он? Да, хроматографы новые, которые обновились пару лет назад. Ага. Они есть в лабораториях? Ну, конечно. Это ее слабость. А, ну так это надо к Ларисе Владимировне. Мне хоть это, а так вот глазик. Да. Я в стерильное не полезу. Слушай, представляете, сейчас вот это вот все сняли все. Называется... Не выкладывать. Напросились. Да ладно, уже поняли, что у нас... Да. Ну все, пойдем работать. Пойдем. Давайте кто следующий для команды. Так, дорогие друзья, мы закончили свою программу по сажанию сегодня елечек.
Не посчитали про вторую межу, сейчас посчитаем. Сейчас мы посчитаем. Просто я хочу вам показать сам масштаб данного события. Поле, которое мы только что все вместе засадили. Надеюсь. Вот от синего автобуса ориентир. Ну вот, от края, вот где там дом с синей крышей, не знаю, будет видно, не будет, сейчас я до увеличения поставлю. Вот, вот дом, от где синей крыши, вот оттуда поле. Ну, давайте ну, с увеличением так начнем. Блин, наверное, видите, сейчас сдувать будет. И вот это все. Все, вот, вот это все, вот это сажда. Половина сосны, половина елочки. И вот смотрите, где больше всего скопление людей, там президент компании. Сразу я вам скажу. Переверну. Увеличение сниму. Ветер, от ветра закрою. Как можно увидеть лидера, да? Понятно. Лидер также пашет, как и все. Снял фирменную одежду и работает, как все. Президент, он мог это просто не делать. Он мог просто не приехать, да? Причем, Дим, она имеет полное право на это. Президент, да. Она владелец, она собственник этого бизнеса, она идейный вдохновитель, она человек, который все это основал. И, ребята, вот видите вот этот масштаб, когда вы, извините за выражение, губы кривите, бросили сетевое, куда вас понесло? Ребят, нас никто не заставлял. Нас никто не заставлял. Это идея, это цель, это целый мир. И вот мы второй день наблюдаем за сотрудниками управляющей компании, которые с нами. Которые с нами в параллель, да? Которые не просто сопровождают там. Проводился тренинг вчера и прочее. И практически каждому мы лично задали вопрос: а что ты здесь делаешь? И каждый ответил, что здесь я нашел для себя идеальную работу. Причем я даже не работаю, я здесь живу. Это мой мир. И вот Siberian Wellness – это не тот сетевой, который вы знаете по каким-то наслышкам, херовому опыту и так далее. Это мир, в который мы пришли навсегда. И вот сейчас мы… Я просто тайк лезла в гору так далеко. Да. Вот. Ничего страшного. Сейчас мы посадили две огромные гряды с деревьями. Мы все это отметим на карте, как Дима уже сказал. Я для истории себе отмечу координаты GPS и сфотографирую ту межу, где мы сажали. Ребят, для будущих потомков хочу, то, что мы за 4000 километров прилетели собственноручно и посадили. Меня, кстати, поразило, что сегодня очень много с управляющей компанией. Вообще примерно где-то 130 человек здесь, 70 партнеров и примерно столько же сотрудников УК. И с некоторыми общаешься, я говорю, ну слушайте, я говорю, место работы? Нет, мы сами, то есть нас спрашивают, хочешь? Да, хочу. С детьми люди приехали. То есть, ребята, это настолько вот другое, что, я не знаю, это вот ощущение мощнейшей, огромной корпорации, которая за твоими плечами, которая за твоей спиной, которая не только помогает стать здоровыми, но помогает каждому, кто хочет развиваться, расти, становиться состоятельными, менять образ жизни. Ведь у каждого на самом деле свои мечты. У кого-то мечта, чтобы была там, да, знаешь, помощница по дому, чтобы хотя бы раз в неделю, например, клининг, да, Дим, приглашать, чтобы не отдраивать эту плиту, там, вот, ну, такие вещи. У кого-то мечта, чтобы там все, кто-то приходил, готовил. У кого-то мечта путешествовать. Вот здесь это все сбывается. А дальше решать, вам надо или нет. А мы дальше переть будем. Да. Ну, я, да, это как бы доволен. Доволен? Да. Эмоции какие у тебя? Чувство выполненного долга. Мужчина посадил дерево. Не посадил печень. А посадил даже не дерево, а 200 с лишним деревьев. Сейчас посчитаем елки. Да. Дом построим? Ну, сына, извините. Дочки. Ну, внука родил. За место одного сына у меня две дочки. Дочки. Мне, кстати, можно даже, кстати, в церковь не ходить. У меня билет в церкви. У нас есть знакомый батюшка, он всегда над Димой прикалывается. Дим, ты можешь пост не соблюдать, а в церковь можешь не ходить. Дим говорит, а почему? А у тебя мать, сестра, теща, жена, две дочери, собака и тоже женского пола. Вот поэтому я не хожу в церковь. Пошли вниз. Плюс 30, 290 сосен и елок. Почти 300. Пойдем опять на гору. Пойдем, все увидели, как мы залезли, и всем также захотелось туда же залезть.
весело загрузившись в автобус, мы едем в гостиницу. Татьяна Павловна уже на работе вся. Да, давай. Все клиенты, все потеряли. Клиенты, партнеры. Сторисы, кстати, выкладываю по вечерам. Водоросли. После хорошего дня, говорит, раздают воду. Бесплатно. Садам. Что сказать тебе? Сегодня на текущий момент нет, мне надо выдохнуть. У меня эмоции просто переполнены. Короче, вакуум у нас. Мы уже умытые, переодетые, немножко отдохнули. Идем на ужин, я без макияжа, сорян, потому что были съемки, целый день с мейком в поле. Но, тем не менее, Саша косметика, кстати, натуральная. Очень классно, легко это делается. Ну, кожа на самом деле легко. И все, что вы видите всегда в Икее на съемках, да, Юрьевич? Да, Данилович. Я крашусь нашей Энигмой. Пойдем, остановку покажу. Пойдем. Я сейчас, знаете, вам что покажу? Такое еще не видели. О, смотрите, как у нас мальчик обгорел. Я его всем намазала. Вот сразу видно, кто работал. А кто нет. А у него только нос работал, Данилович. А кто не работал? Мы едем кушать на первый этаж. И я думаю, что я несколько интервью интересных вам запишу. О, ну, наставник. Нажимай. Как? Жив, здоров? Я даже нормально. Прилегла и как-то... Вот на нее вообще посмотри, да, даже красного ничего нет. Ты вообще в поле-то была? Ты деревья садила? Вот, видишь, Юрьевич, вот сразу видно, что в поле было. Пахал. Ну я мимо проходил, у меня нос красный. Приехали. Сейчас еще на кого-нибудь наткнемся. И тут, и тут. Она сегодня на первом. На первом. Сегодня ням-ням на первом. Да, сегодня ням-ням на первом. Да. Да? Все уже хорошенькие, чистенькие, умытые, переодеты. Довольные. И самые, мы самые голодные. Да? Сейчас я всех отмечу. А это наша, знаете, управляющая компания. Галенька, да, вы нас покормите? Вы покормите? Да, проходите. Мы. Мы. Встречает, смотрите. Это ресторан. Мы, кстати, со Светой здесь ужинали. Очень понравилось. Классная кухня. Сюда спокойно можно приходить. И, ну, не будучи, да, вообще. Говорю, где? Снимают и снимают. Так, чем буду подчивать? Салатиком. Слушайте, ну сегодня даже я согрешу. Тортиком. Я думаю, чем-нибудь еще вкусным. В общем, нам всем... Да, мы сегодня заслужили. Так, ребятушки, приятного аппетита. Я отключаюсь.